Приветствую, друзья! С вами Антонина. И сегодня мы в магазине «Светофор». Пройдемся, посмотрим новинки. Я уже здесь долго не была в этом магазине. И посмотрим новинки. Ну, обзор начнем с обуви. Много обуви. Так, кроссовки женские, мужские со шнурками. 35 по 45 размер, 341,60. Мы их, конечно, показывали, но вот если кто купил и качество как вам понравилось, напишите мне на мой канал. Вы видите, то есть обувь прибывает, его много, и сланцы, вот видите вы, туфельки, вот все, в общем, цены вы видите. И как ассортимент большой, обувь прибывает. Новинка сегодня, вот я вижу колготки детские, хлопчатобумажные. Посмотрите, какие хорошенькие, колдия. И размеры от 86 до 140 размер. 46-80, но качество отличное. Посмотрите, здесь как цвета разные. Сейчас и к школе можно выбрать, и беленькие колготочки, и черные колготочки, однотонные, и с цветочками, и с горошками, всякие есть. Ну, в общем, можно выбрать. Все-таки уже через несколько недель уже будет холодно. Посмотрите, цвета абсолютно разные. И красные, и белые, и черные, и коричневые. Но качество вам понравится. Вот, посмотрите, размеры вы видите. Вот я показываю еще раз эти размеры. И цвета тоже все разные. И размер, то есть подобрать ребенку к школе просто замечательно. Вот вы видите, я показываю. И здесь пока вот они только вот выкладывают этот товар. Так. Это Красноярск. Красноярская фабрика. Восток Экспорт. Восток Экспорт. Вот. То есть вы видите, и качество, я уже, поверьте мне, качество, я сказал, качество хорошее. Пока размеры есть все, цвета разные. И вот тут следом еще стоит еще целый контейнер, там тоже черно-белые колготочки. В общем, к школе все, как можете подобрать. Ну и рядом, раз рядом здесь я хочу показать, что пришли новые хозяйственные сумки, тележки на колесах 322,50, вот видите. Все они как-то приходили черные цвета, сейчас пришли красные. И я вот в других магазинах еще видела синие сумки. Может, они здесь тоже пришли, потому что внизу еще коробочка стоит. Так что цвет уже поменялся. Вот довольно-таки приятный цвет для женщин. Синий, красный. Вот. Баллончики газовые, вот они как-то исчезали, как все, наверное, набрались. Плитки на природу, на прогулку. 416 портативная газовая плита с пьезоподжигом. То есть электророжик, как я говорю. Удобно. 416 и рядом же баллоны. 51-50. Вот. И рядом вот фонарь аккумуляторный 359 и удлинитель хозяйственный 341 рубль. Вот такие вот саморезы здесь 94,90. Вот такие вот удлинители или электрические 95 рублей. Так, 95 рублей. Так, хотела посмотреть. Ага. 5 метров длина. Вот искала и очки одела, и никак не найду, где написано. Торопишься, потому что... вот. И так. Ну, удлинитель я уже показала. Здесь многоцелевая смазка. Вот кому это, если интересно. Я в этом ничего не понимаю. 89,90, 95,50. Промывка двигателя 139,90. Это вот для водителей я показываю. Поэтому без комментариев. Кто понимает, он сам все поймет. Мне здесь, я не компетентна в этих вопросах, поэтому здесь я не рассказываю. А пока не ушла далеко, хочу показать, что здесь также в продаже имеется тайга, вот, то есть средства от комаров. Ну, мы на этом не будем останавливаться. И, конечно же, сейчас всем интересный отдел вот это
как подготовка ребенка к школе. Вы видите, сколько товара пришло здесь для того, чтобы подготовить ребенка к школе. И краски акварельные 27-20, и гуашь 48-50. Вот. И вот такие карандаши 29-60. Друзья мои, не обращайте внимания на мою руку, что я написала Антонина Абрамкина. Это название моего канала, потому что пошло сплошное воровство видео, сюжетов наших. Мы стараемся, работаем, ходим, как говорится. Наши видео вырезают, и кто-то, кому лень работать по-честному. Вот. Поэтому мы стали писать, что название нашего канала. Так будет теперь все время. Антонина Абрамкина – это мой канал. Вот. Дальше смотрим альбом для рисования. Видите вы пеналы школьные, твердые, большие, вот 59-30. А альбомы 10-60. Посмотрите, цены довольно-таки интересные. А пенальчики очень даже красивенькие. Можно подобрать и для мальчиков, и для девочек. Цвета разные, бабочки, вот видите, здесь котята. В общем, довольно-таки интересные пенальчики. Это уже придете с ребенком, будете выбирать. Цветная бумага 8,90. Вот такой картон цветной, вот видите вы. То есть 19,70. Цены очень даже интересные и доступные. Тетрадь 12 листов, а стоит 1 рубль. Представляете, 1 рубль. По такой цене, конечно, вы тетради навряд ли в других магазинах найдете. 48 листов, клеточка 9,80. И посмотрите, ранец школьный для младших классов, для первоклассников. 753,40. Ну, такая красивая кисулечка здесь нарисована с сердечком. Девочкам очень приятно будет. И девочки любят вот такие котята, что были изображены. Так, что у нас здесь? Так, Пифагор. Пифагор. Так, это город Воронеж. Вот я хотела посмотреть, узнать, где производитель этих рюкзачков. Город Воронеж. Это для девочек, а для мальчиков вот с машинками. Видите, вот такие вот красивые ранцы. Дальше пластилин. Вот такой пластилин для детей. 10 цветов, тоже очень красиво. 33,60. Фломастеры 29,60. Так, набор текст маркеров вот такой 46,50. Ручки, набор гелевых ручек 27,60. Три цвета, вот они. Я купила, между прочим, мне сама пользуюсь сейчас этими ручками. И набор шариковых ручек 6 штук 19,70. Вот так. И еще есть рюкзачки в ассортименте вот такие. Яркие, красочные рюкзачки. 237,80. Так, это у нас город Новосибирск. Так что отечественный товар, хочу сказать. Вот. Ну, пойдем дальше. Вот это я показала из канцтоваров, что присутствует в магазине «Светофор». Друзья мои, этот товар вы можете найти в любом магазине «Светофор», потому что поступление товара везде одинаковое. Вы уже, наверное, успели это заметить. И если этого товара в вашем магазине нет, она обязательно прибудет. Ну, здесь на детских игровых наборах мы останавливаться не будем, потому что это товар уже мы как давно уже рекламируем, игрушки давно показываем, поэтому здесь мы останавливаться особо предельно как подробно не будем, просто показываю, что есть в ассортименте для детей, такие игрушки. Вот арбузы, посмотрите, арбузы 15 рублей. Я, конечно, не спросила, чьи арбузы, ну, наверное, астраханские. 15 рублей килограмм — это довольно-таки нормальная цена сейчас, потому что я буквально с Краснодара приехала и останавливались на трассе, по такой же цене можно на трассе купить, потому что
тех арбузов еще в Камышине и в Волгограде они еще не созрели. В любом случае, где вы берете арбуз, он наверняка пришел из Астрахани. Вот такие куклы красивые, 239,90. То есть вы видите тоже. И куклы для девочек. Кукла Милая, 182. Куклы в ассортименте 239,90. И вот такие роскошные нарядные куклы 239,90. Конечно, они шикарные волосы, шикарные платья. Ну и размер, конечно, больше у кукол. Здесь я уже показала, это для отдел для автомобилистов. Здесь и масло моторное, и масло синтетика. Вот как бы вернусь немножко, покажу. И вы это сами увидите. То есть здесь я ничего не могу рассказать, просто сами смотрите. И тосол 247, антифриз 247 рублей, щетки, аптечки дорожные 117,10 и автомобильный компрессор в металлическом корпусе 619 рублей. Вот такой вот здесь раздел. Так, пойдем пока сюда, потом в бытовую химию вернемся, наверное. Так, сушилки овощные мы это тоже показывали, 941,90 для сейчас самый ходовой, скажем, приобретение будет для всех. Так, для 5 полочек здесь, ну это тоже мы подробно мы рассказывали, очень удобно. Из новинок пришли вот чайник стекло 580,90. Вот этого я не видела, конечно, чайника. Вот чайник очень даже интересный. Это новинка. Китай. 580 рублей. Вот такой вот он электрический чайник. Конечно, я где-то шнур я не увидела. Он, наверное, как-то встроен, что ли, что-то я не разобрала. А, увидела, вот там увидела шнур. И посмотрите, какой красивый электрический чайник. Стекло довольно-таки интересный будет. И красиво будет смотреться. 580,90. И чайник нержавейка 288,40. В каждом видео мы его показываем. И кофеварки с двумя чашками 537 рублей. И пылесосы 1682. И вертикальный пылесос 1006. Все это имеется в продаже. Кастрюля 4 литра эмалированная 397,10. Кастрюля эмалированная 9 литров 564,80. Казан алюминиевый 731 рубль. А сковорода антипригарная. Кстати, я ее тоже купила, эту сковороду. И сама пользуюсь этой сковородой. И она действительно антипригарная. Где-то подшарить, даже картошечку. Я не только для походных условий, я даже больше размер взяла и пользуюсь дома, тоже мне понравилось. 221,50. Вот эти кружки тоже очень качественные, не бьются. Извиняюсь. А вот эта кружка 47 рублей стоит. Тоже советую ее приобрести. А вот такие новые как появились. Это у нас Владимирская область. Этих кружек не было, были с квадратным дном. Это кругленькое дно, вот эти кружки. Смотрите, они красивые, как хрустальные бокалы смотрятся. Очень даже красиво. Вот. Но цена, видимо, такая же, 29 рублей. Вот сегодня, наверное, так и сама наберу. Стаканы, вот они очень так постоянно в ходу. 112 рублей, 6 штук. Вот. Пройдем дальше. Тарелки овальные. Тарелка овальная. Вот они большие. Ну, сейчас для фруктов, для овощей. 62,60. И салатники большие. 73 рубля. Салатник небольшой. 21 рубль. Так. Вот такой вот. Вот такой. 21 рубль всего лишь. Вот такой. Вот такие пиалы имеются в продаже. Но они уже давно есть, эти пиалы. Это 45,10. Наборы столовые. Приборы вот 174 рубля. Тарелки вот такие красивые с розочками. Вот видите. Глубокие есть и неглубокие есть. А глубокая 50,40. Тарелка мелкая 44,20. Вот рисунок такой же. И розы есть, и лилии есть.
терочка четырехгранная из нержавейки, 100 рублей. Доски, доска разделочная, 100 рублей 50 копеек. Вот такая доска фигурная, очень большая. Ну, это для хозяек, которые любят заниматься выпеканием, это находка. Вот такие формы для выпечки, 214 рублей. Ножи, топорик для мяса, 95-70. Горшочки для тушения, посмотрите, вот горшочки вот такие вот у них с крышечками. Ага. 50-90. Мешок для мусора, вот здесь вот. Мешки для мусора, 60 литров, 50 штук, прочные, как обещают. Вот мне как раз надо, проверим, насколько они прочные. 31,90. Ну, здесь пакеты 46, пленка пищевая, бумага для выпечки, цену вы видите и ассортимент вы видите. Так, здесь, разворачиваясь на другой ряд, сразу попадаем мебель. Мебель, скамейки, мы их уже показывали, стульчики вот эти складные, 688 рублей. Стул кухонный, 598 рублей со спинкой. Этажерка угловая, 4 полки, 229,60. А вот. И этот товар тоже мы подробно показывали. Табурет плетеный, 204 рубля. Вот вы видите, вот он и пластик такой. Ну, если в садовом участке поставить, то есть уже и пыль, и дождик, и шланга, все хорошо промоется. Ну и такие же вот кресла пластиковые, 395,50. Ну и дальше табуреты вот такие складные, черные. А вы... Видите, вот насколько какой порядок в магазине, настолько все хорошо здесь разложено, чисто, аккуратно. Такой новый у нас магазин «Светофор», и здание такое новое. Настолько чисто и уютно, и приятно приходить в этот магазин. Мне просто нравится сюда приходить. Вот. Ведра пищевые мы тоже показывали, 51 рубль. Вот они здесь, цвета разные. И 8 литров, 7 литров. 48 рублей. И все эти тазы мы тоже все показывали. 91 рубль. Салатник 27 рублей. Ящик для растений 87 рублей. Ну вот, то есть перечислять это можно очень долго. Набор посуды для пикника сейчас как дорожный вариант 192,30. Тоже очень хороший. Вот открыть и посмотрите, здесь настолько так... Даже мы все открыть не могли, а сейчас, видите, вот ложечки, они прочные, то есть многократного использования, можно многоразового использования. И вот такие вот стаканчики 4. То есть на 4 персоны, вот так, и специально вот для нас, для блогеров, открыли. Вот раз мы все не могли показать изнутри, вот такой вот набор, чтобы покупатель пришел, открыл, сразу сравнил, посмотрел. Надо ему такой. Но набор очень хороший, 192,30. Вот. Очень много наборов контейнеров. Вот видите вы, как всякого размера и по всякой цене. Очень много. И просто контейнер мини-бокс 98,60. Вот. Ну, я в кондитерский отдел мы не пойдем, потому что здесь просто невозможно все оббежать и пройти. А так, конечно, много интересного там тоже есть. Я вот сама себе выбирала тоже и конфеты «Каракум» 300 рублей килограмм. И вкусные уже неоднократно брала. Сегодня хочу посмотреть на мясо, потому что на мясо сегодня акция. И по акции, вот вы видите, свинина на кости тушеная 139,90. Как видите, то есть выбрать можно. И довольно-таки хорошее мясо. Мы смотрим вместе. И, например, если мне надо на плов, я уже себе кусочек выбрала. 139,90. Именно сегодня акция у них. В холодильнике очень холодно, много колбасы, сосиски. То есть тоже мы это подробно проходить не будем. Пойдем дальше. Здесь стоять невозможно. Видите, сколько много мяса? И вот по акции, то есть выбрать. Ну, у меня муж выбирает, ходит. Вот он уже наверняка выбрал и взял. Пойдем дальше. Вот такой вот у нас красивый морозильник там.
Вот, и пойдем. И рыба, кстати, рыба. Вот здесь, смотрите, много рыбы прибыло мороженое. Вот это вот новый холодильник, у них его здесь не было. Вот, смотрите, путасу, креветки, вот цукита, минтай 121 рубль. Рыба замороженная путасу 78,50. Но цены вы видите. Крабовые палочки 22,50. Так, скумбрия свежемороженое 126,90. Мойва 123,50. Окунь морской 158. То есть рыбы тоже очень много. Пойдем дальше. Бытовую химию. Так, вот чистящие средства Сорти 19 рублей. Это недорого. И Бреф, вот, то есть как бы сейчас 58,90. Так, средства для мытья стекол. Вот здесь, видите, как бы, так, 26,50. Вот. Ну, здесь наполнительный для кошачьего туалета, вот вы видите, и корм. Это тоже вы видите. Освежитель воздуха 36 рублей. Я вот сама брала, освежает хорошо. Очень много здесь пледов, вот вы видите, полотенца. Цены не буду рассказывать все именно вот что здесь вы видите. Цены, ценники, вот вы все читайте. И я вот ближе подойду. Подушки, одеяло, посмотрите. А пледы вот эти вот настолько они мягкие, хорошенькие. И как 462 рубля. Размер 160 на 200. Вот хороший плед такой мягкий. Простыни, пододеяльники, вот вы все видите. Клеенки, веники даже, вот 62. И много гель для мытья посуды. АОС 72,90. Фэри 83 рубля, 1 литр, большая бутылочка. Вот. Ну, здесь постоянно этот товар прибывает. Белизна 41,50, тоже литровая бутылочка. Сорти, гель, так, 139,90. Так, здесь у нас миф 255,90. Ну, вот я ассортимент стиральных порошков я показала. И цены вы тоже видите. Вот такой вот обзор. Так, ну и здесь салфетки, бумага туалетная, влажные салфетки, влажная туалетная бумага 37,50, влажные салфетки 58, полотенчики. Так, полотенце 70,50. Рулон, ну это что-то дороговато. Есть подешевле. Так, не вижу. Но вообще-то у них были дешевле даже. Вот. Я потому что сама беру, которые беру, их не вижу. А вот, вот эта туалетная бумага, вот эта, которая 37,50, я действительно беру, пользуюсь и в дороге, и даже домой это набрала. Мне нравится. Очень эффективно и удобно, скажем, и приятно. Вот. 37,50. Ну вот, друзья мои, сегодня мы были в магазине «Светофор». Я вам показала новинки. Новинок много и все хорошие. Вот такой замечательный, красивый магазин «Светофор» в нашем городе. Всем приятных покупок. С вами была Антонина. До новых видео.